1 августа 2017 года АО «ЖСО» Сбербанка Астана объединил все ранее действующие четыре тарифные программы. Это «Бастау», «Оркин», «Кемель» и «Болашак» в одну единую тарифную программу, она называется «Баспана». Она стала более гибкой и не предусматривает строго определенного срока накопления. То есть вкладчик банка сейчас может самостоятельно решить, сколько лет он будет накапливать и под какой процент он получит жилищный заем. Основным критерием, определяющим срок кредитования и процентную ставку, станет оценочный показатель. Это своего рода коэффициент финансовой дисциплины. То есть чем регулярнее и полнее будет пополняться его депозит, тем будет выше его оценочный показатель и, соответственно, будет снижена ставка по кредитованию. Нашим вкладчикам нужно будет соблюсти минимальные значения. Это срок накопления не менее 3 лет и достичь минимального оценочного показателя в размере 16. В этом случае клиент банка может претендовать на жилищный заем сроком на 6 лет под 5% годовых. В случае, если его оценочный показатель будет уже выше 16, к примеру, 20, и срок накопления будет у него 4 года, он уже сможет получить жилищный заем по 4,8% годовых. То есть чем дольше его будет срок накопления, чем выше будет его оценочный показатель, тем под меньший процент он получает жилищный заем. Минимальная ставка жилищного займа составляет 3,5% годовых. Кардинально ничего меняться не будет. Данное новшество призвано оптимизировать продуктовую линейку, сделать ее максимально простой и доступной. Также программа «Баспана» значительно уменьшит постдепозитные операции, их количество. Сейчас вкладчику достаточно ответить всего на три вопроса. Сколько будет стоить его будущее жилье, размер первоначального взноса и сумма ежемесячных пополнений на депозит. В зависимости от его ответа, клиенту банка будет легче составить свой жилищный займ и, соответственно, улучшить свои жилищные условия. Минимальная сумма вклада составляет 15 тысяч тенге. Еще хотелось бы напомнить, что с 3 апреля 2017 года наш банк отменил комиссию за заключение договора о жилищно-строительных сбережениях и за увеличение договорной суммы по депозиту. Все депозиты, которые были открыты до 1 числа, до 1 августа 2017 года, будут обслуживаться банком до полного исполнения обязательств сторонами. То есть они будут обслуживаться в рамках тех же тарифных программ, которые действовали до 1 августа, без каких-либо изменений.